Вот эта кафешка прямо в зоопарке. Можете, конечно, кушать внутри с кондиционерами, а можете и вот здесь вот, на такой площадочке, с видом на озеро. Честно говоря, не пойму, почему здесь не ходят павлины. Здесь обычно где-то штук 5 павлинов ходят, как дикие собаки. Хвосты распускают, выпрашивают еду. Очень, очень интересное такое вот зрелище, когда они здесь ходят. Красиво, конечно. Мне здесь очень нравится. Вот такой вот мостик. Так вот все как-то обдумано, красиво. Каждый уголочек такой красивый. И вот такие вот джунгли этого зоопарка. Вообще-то здесь лебеди, поэтому озеро плавают. Вот я вижу беленький там вдалеке, но он вдалеке, он туда вот далеко заплыл. Лучше бы они, конечно, здесь собирались. Я бы вам их показала. И вот такие вот красивые цветы тут вокруг. Я так понимаю, вот эта вот иллюминация. Павлин, ну правильно, он здесь по назначению находится. Здесь обычно павлиновое место. Вот он, этот павлин. Из лампочек. Ну, все здесь очень красиво. Поливают сейчас.